что, про что вам рассказать? Давайте я расскажу про проекты и операционку. Вы, наверное, слышали, что операционка – это то, где данная конкретно взятая команда может гарантировать сроки, себестоимость и качество. А проекты – это там, где такие гарантии даны быть не могут в силу ограниченной квалификации, в силу повышенных рисков, в силу ограничений среды или еще чего-нибудь. Как это выглядит, вы чудесно понимаете. Если, например, Киевгорстрой сдает десятки домов в квартал, то для него строительство каждого отдельного дома проектом точно не является, это чистая операционка. В то же время, если я вдруг захочу построить себе домик в Киеве, то для меня это будет чистой воды проект, сопряженный с непониманием цен, с непониманием сроков, непониманием рисков. В то же время, если сейчас передо мной будет стоять задача юридически открыть стартап в Словении, то это будет совсем даже не проект, потому что я абсолютно четко понимаю, как что делать для открытия юрлица. Но открытие моей первой компании было чистой воды проектом, сопряженным с очень множеством всяких разных рисков. Я немножко дополнил эту картину вглубь. При работе с девелоперами по внедрению CRM и ERP систем, смотрите, как это выглядит. Все сейчас очень любят Agile, все сейчас очень любят канбан-доски с переносом задач и так далее, с самоуправлением, с самоуправляемыми командами и так далее. Теперь представьте себе, что когда девелопер берет конкретно взятую задачу, то кроме того, что он ее как бы берет, он должен мне честно и правильно сказать, эта задача для него является операционной или эта задача для него является проектом. Что получается? Если задача операционная, то я плачу за задачу очень хорошо. Возьмем это в кавычки. Но при этом требую четко соблюдения сроков, соблюдения качества, соблюдения стандартов документирования и так далее. Если человек говорит, что эта задача для него проектная, то я исхожу из той предпосылки, что человек на мне учится, хотя я его вообще-то взял работать. Вполне вероятно, допустим, что он понимает, что это будет, и имеет достаточную квалификацию, но у него нет понимания рисков, или он считает, что риски завышены. Он говорит, это задача проекта. Если задача квалифицируется как проектная, то у меня есть несколько шагов. С одной стороны, мне надо растить свою команду, мне надо, чтобы люди учились. Поэтому, если проектная задача стоит не на критичном отрезке пути, то я говорю, хорошо, делай. Проектные задачи оплачиваются значительно хуже, нежели операционные. Но по ним позволяется, скажем так,
определенное несоблюдение сроков, определенное несоблюдение стандартов качества, которое может выливаться в дополнительное время на фиксинг багов и дополнительное время на консультации с кем-то другим, с какими-то другими членами команды. И, ну вот, человек учится, я ему плачу не настолько много за выполнение этой задачи, как если бы он взял эту задачу как операционную. Если какая-то задача лежит на критичном пути, или я ее расцениваю как критичную для меня по качеству, а все члены моей команды говорят, для нас это будет проектная задача, то вполне вероятно, что я приму решение привлечь кого-то другого, какого-то эксперта со стороны, для которого эта задача будет операционной. Просто потому, что для меня конкретно эта задача критична или по времени, или по качеству. И я понимаю, что если все члены моей команды расценивают ее как проектную, то я не могу, допустим, рисковать сроками или качеством. Поэтому я беру кого-то другого. Собственно, в таком ключе, когда мы разбиваем договор на отдельно взятые задачи, и эти задачи оцениваем как проектные и операционные с точки зрения квалификации конкретных участников проекта, после этого я четко вижу, каким образом я могу квалифицировать проект в целом. То есть, если я могу построить проект таким образом, что задачи в нем в основном будут выполняться участниками как операционные, то я беру под контроль те задачи, которые оцениваются как проектные, и в целом весь договор я оцениваю как операционный. Если же большинство задач в договоре все мои или большинство моих участников команды оценивают как проектные, я весь договор оцениваю как проект. Не беру на себя никаких обязательств по срокам перед заказчиком, ну, потому что мне их не могут дать. И очень часто принимаю решение усилить команду кем-то со стороны, для кого, для теми людьми, для которых самые критичные из моих задач будут операционными. Или в качестве непосредственных исполнителей, или хотя бы в качестве консультантов или менторов. Вот такой вот двухуровневая квалификация проектной операционной деятельности. Я думаю, что это будет вам полезно. Спасибо.